Очень часто мамы жалуются на боль в пояснице. С чем это связано? Когда мы носим малыша на руках, нужно держать ровную спину. Если мама наклоняется назад, нося ребенка, тогда у нее начинаются проблемы со спиной, с поясницей, потому что идет сильнейшая нагрузка. То же самое касается, когда мы носим ребенка впереди себя. Мы ходим ровненько, не наклоняемся. Видите, даже малышка вздрогнула, ей так неудобно. И вперед не наклоняемся. Ровненько ходим, и тогда не будет болеть у мамы поясница и здоровое ношение для ребенка.